Можно так положить сходнего, жестко упереть. Они, естественно, будут тут биться об борт, кого это не устраивает. Но они не будут зато ходить давать задней части квадроцикла туда-сюда. Можно по-другому, можно они свободно входят вот в переднюю часть туда, если их подальше положить. Там как-то сделать пару дощечек, и они никуда не будут биться. Как крепить квадроцикл? Это уже у каждого своя система. Так что вот очень удобная штука. Обязательно. Насчет упоров, подпорок, я не скажу, чтобы это обязательно. Можно и без них заехать, он спокойно держит. А вот насчет вот этих стяжек, это обязательно. Потому что квадроцикл довольно мощный. Колеса крутятся, если он чуть-чуть на подъеме забуксует, как бы, исходни назад уйдут. Эти стяжки их сдерживают. Ну вот, все великолепно. Единственное, что у меня вот эти деревянные штуки, удлинители, они, конечно, в конце немножко встают на дыбы. В принципе, ими можно задать любой угол заезда, насколько позволяет клиренс квадроцикла заехать. Плавно, круто. Смотрел разные конструкции. Вот эта штука, она называется 611. Модель 611 и 612. Там ступеньки. Как лесенка такие. Тун-тун-тун-тун. Сначала хотел те взять. Вроде как колесо упирается. Потом подумал, там же не плавно, так все равно рывками будет двигаться. Здесь более-менее плавно. Думал, ну будет скользить. Если что, скользить не будет, потому что у них вот здесь есть выемки. Вот на каждой штуке. Не знаю, видно их, нет. Вот здесь выемки. То есть скользить он не будет по-любому. Вот это вот сплошняком, не лесенка. Самый удобный вариант. Пока я доволен. Все грамотно сделано, крепко. И ножки никогда лишние не будут. Но если, особенно если квадроцикл объемом больше 600. 800-ка-то еще заедет без ножек, точно. А вот там дальше уже литровый-то точно надо ножки. Ну и тут мало ли какая ситуация, все равно пригодятся. Поэтому взял вот это, называется они. У разных поставщиков разные модели, как они только не называются. Ну, в общем-то, они идут из Китая, как 611, там 612 лесенка, 611-1 это вот с подножками. Есть еще какие-то там стелс, те покороче вроде бы, и не знаю, какие по конструкции. А эти вот, внешний вид вот такой, длина 2,38 или 2,35, что-то такое, ширина 28 или 30, кто как пишет, вес 2,14, там в коробке пишут 17, вместе с коробкой, упаковкой, с ножками. Так что вот примерно такие характеристики. Хорошая штука.